В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе. В Москве утверждают, что российский газ дешевле, чем из Европы. Председатель Комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым. Об этом сообщает RT. Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на 20 за 1000 кубов. Если средняя цена нашего газа около 190-195, то они покупали тот, который стоит больше 200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов, сказал Завальный. По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 миллиардов кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе, добавил Завальный. Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова вновь покупать газ в России, если он будет недорогим. По материалам сайта newsgro.com.